Дорогие мои друзья, приветствую вас на моем канале. Хочу поделиться с вами. Хочу приготовить я сегодня гуляш овощной. Гречку я запариваю. У меня запаривается гречка. Я гречку не варю, я заливаю кипятком, добавляю внутрь соль, оливковое масло, запариваю кипятком. И когда уже вода исчезает, гречка ваша готова. Сейчас я хочу приготовить мой гуляш. Так, налила я масло. Добавлю я внутрь мясо. Мясо я где-то взяла грамм, наверное, 400. Думаю, это достаточно. Обед готовлю на 2 человека. Так. Обжарим мы сначала наше мясо. Я буду делать как соус. Подливку для гречки, дорогие мои друзья. Да, сейчас обжарим мы наше мясо. Добавим мы лучок, обжарим. Добавим морковочку и болгарский перец. Ой, пока сделаю перевод, хочу сказать короткие теперья. Пока перевожу на русский, немножко торможу. Так, сейчас мы обжариваем наше мясо. Обжарим. Это все поджарим. Возьмем нашу пасту пиле. Одну чайную ложечку. Добавим соль, немножко сахара. Добавлю ложечку муки потом. Залью кипятком и сделаю вот такой вот соус. Ну, это все по очереди. То есть наше мясо обжаривается и продвинемся вперед. Так. Обжариваем. Поджарили мы наше мясо. Немножечко я поджарила до красноты. Когда будет вывариваться, оно все это отойдет. Так, потушим мы наш лучок. Потушим мы лучок, дорогие. Так. Наверное, брошу я и сразу и морковочку, и перчик внутрь. Все, пускай вместе тушится. Угу. Все это пускай дело тушится. Ага. Как-то так. Обжарим ли мы наш лучок, морковочку и перчик. Добавлю я одну ложечку пасты, томатной пасты. Разотру. Обжарю. Это вместе размешаю. Так, добавим немножечко мы слегка сахарок. Так. Немножко куркумы. Чили. Паприку. Все по вкусу, как вам, как вы любите. И немножко черный перчик. Вот так. Уже все, ничего. И добавила я соль. Такой гуляш у нас получится. Подливка для гречки. Немножко мяса я обжарила побольше, чтобы как-то
залила я ложку муки, добавила сюда, развела, сделала такой вот. Добавим сейчас мы водички сюда. Делаем мы вот такой гуляш, подливку, подливку для гречки. Все это дело сейчас дадим повариться. На медленном огне пускай все это схватывается. Добавлю еще водички. Пускай это все дело вываривается. Гречка моя тоже уже подходит. Так, это дело пускай все готовится. Так. И продвинемся вперед. Так, водичку нам больше не надо. А, моя гречка уже упарилась. Видите как? Уже водички совсем немножко осталось. Я положила соль, положила маслице оливковое, залила кипятком и закрыла вот скатертью. Скоро будет уже готово. Сейчас как у нас приготовится наш гуляшик, подливка наша, будет готова и наша гречка. Мы будем кушать. Поджарила немножко мяса, конечно, больше. Ушла домой и занялась какими-то там делами. Пришла, смотрю, немножко сильно подрумянились мои мясики. Но ничего, они сейчас у меня сварятся и отойду. Ну, пускай варится. Ох, обрызгала там все. Пускай варится, потом продвинемся вперед. Газ мой. Обляпала почему-то я. Вот. Дорогие мои друзья, закончила я мой обед. Приготовила я подливку для гречки. Вот такую. Поэтому будем сейчас пойдем кушать. Гречка, дорогие мои друзья, подливка у меня здесь. Тоже я приготовила. Вот таким сегодня обедом мы будем наслаждаться, дорогие мои друзья. Гречку я не отваривала. Я ее залила кипятком, добавила внутрь соль, масло. Залила кипятком и оставила где-то на час. Гречку я взяла, дорогие мои друзья, вот эта житница. У нас есть тут русская гречка. Ну, конечно, не русская, гречки русской не бывает. Но с России. Упаковка российская. А и вот, сделала я мой гуляш. Ой, не упала бы. Сделала я гуляшик. Ну, как соус, как подливку. Поджарила я сначала мясо, добавила я туда лучок, морковочку, перчик. Все это я хорошенечко потушила. Добавила туда 2 ложечки муки, предварительно размешав водички, заправила в этот зажарку, долила воду и варила, дорогие мои друзья. И вот таким обедом сегодня мы будем наслаждаться. Гречка с подливкой. Ну, вот как-то так. На этом я с вами попрощаюсь. Пишите мне комментарии, ставьте мне класс, подписывайтесь на мой канал. Всем мирного неба, всем всего хорошего. Если кому-то дала идею на сегодняшний день приготовить что-то покушать, пожалуйста, гречка всегда под рукой бывает. Немножко мяса, грамм 300-400, 2 лука, морковочка, 1 перчик, ложечку томатной пасты, дорогие мои друзья, приправы, черный перчик, куркума, красный перчик, чили перчик.
Все, и готово. И будем наслаждаться, дорогие мои друзья. На этом я с вами попрощаюсь. Всем пока-пока. Всем до нового видео.